когда в домах Магадана начнут делать капитальный ремонт. Состояние жилья и плату за этот вид услуги жители областного центра активно обсуждают в социальных сетях. По словам специалистов, в среднем капитальный ремонт в многоквартирных домах требуется раз в 25-30 лет. Выполнение работ зависит от срока службы отдельных конструкций, типа материалов, технологий строительства и наличия бюджета, рассказывают эксперты. Для планирования и организации проведения капитального ремонта и создания благоприятных условий проживания граждан была создана региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области на период по 2044 год». Исполнителями программы являются Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, а также некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Магаданской области». Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, знают ли они, когда в их доме начнется капремонт. А вы знаете, когда в вашем жилом доме будет проводиться капитальный ремонт? Через 40 лет, как мне сказали. Мы знаем только, что пришли новые квитанции, которые дополнили 100%, было 200. Мы платили за неполные 40 квадратов, теперь у нас 400. Мы платили всегда вовремя. Даже вперед у меня оплачено всегда все. Но я не надеюсь и не рассчитываю на это ничего. Ну почему? Ну, потому что слишком много домов, тех, которые более старые. Билибина 5, он, наверное, не проводился с начала постройки. Вот крышу, да, крышу, кровлю ремонтируют. Спасибо им большое. Так что мы тоже так следим. Я так лазила сама на чердак, смотрела, чтобы порядок был, чтобы нигде переделок не делать. Так? Некоторые опрошенные жители областного центра отметили, что у них проводятся мелкие ремонтные работы в подъездах, частичные замены систем водоснабжения и изредка ремонты кровель. Более сотни домов столицы Колымы при этом все же требуют капитального ремонта.